Все вроде нормально. Все опять пиздец. Лех, а можешь еще раз сказать, что там по шипам? Как от шипов нам не умереть? Третья фаза еще похуй. Вторую фазу идеально сделать, а только на третью рассказывать. Нет, которые на второй фазе летят. Всех и отталкивают. Коллапс? Это похуй. Стой метод коллапс? Дамаж. Да, там стой дамаж. Главное, если дебаф поймал, то либо тучку прожми, либо скажи. Народ, у вас приоритет, блядь, закрытие метеора. Не закрытый метеор, а вайп-рейдом. Вынос меток, блядь. Главное вынести метку, блядь, закрыть метеор. И на лучах стоять в метке своей. Все, блядь. Там больше нихуя знать не надо. Да нахуй, нахуй джайна лупить, алло. Стайки, блядь, копим. Алло. Блять, вам нахуй эти стаки, тут трэш. Вон, вылез трэш, да, так, копите на нем. Трэш бить не надо, да? Вот, на нем и копите. Я плетение тьмы на стаке. Плетение тьмы 5 раз пейнтбол нажми и все. Я вообще просто... Так и делаю. Да. Какие вопросы там? Пиздец, ничего не создал. Че, классик уйдет, давайте. Все то же самое, как и на прошлом. На первый. Шторм. Шторм. Что стоит? Тарик, поанонсил. Так они анонсят, я чё? Короче, когда последний портал закрывать будет, скажем. Хилы в приоритете меня, потом уже этого друида. Хорошо. Аж сильный. Только. Все там РДД большому. Чем быстрее порталы закрывать, тем меньше мне прошиба. Большого моба на быстро. 15 секунд. Шторм, 10 секунд разбежали. 5 секунд. Убежались. Панзера, главное меня не уронить. Тебя Данчик хилит. Снимите мелко. РДД в лево. Перебежали на противоположную сторону. Шторм 15 секунд, шторм. 10, разбежались. Пять.
Сбежались. Пока тут подними Даркиса, Лимперси кровно. РДД по правому. Да чего не дох? Трэш. 15 секунд, что ли? 10 разбежались. Пять. Во, как умирает. Пойми. Да хуя стаков набирает. Владин, Враска, бабли. Дернес. Сбежались. Жнен, поднимай Лока. Анвеста, паладина. Бафы по ним. БР на первой фазе. Трэш, быстрее сливайте, блять. Меньше урона по рейду будет. Не будете ложиться. Чем быстрее трэш сливается, тем легче, блять, хилам, танкам, блять, и вам. 15 секунд, шторм. Перепочились. 10 разбежались. РДД вправо. Будет по меткам разбег. Ну, войско нажмите. Нажмите войско. Сейчас. Прожали мет. Мне БР не шло. Лучи. Метки вынесли. Тифончик, Манзера, Рестор Шаман, Раск. Теора закрыли. Прохил. Следующие лучи будут. Таунтите по себе, босс. Метки. Тимея, Женуэн, Япончик, Инвест, Питос, Мирал. Метеора закрываем. Захиливаем босса. С квадрата, выйдите с квадрата, выйдите. Блять, метку вынести. Да разбегитесь, рейндж наберите, ну блять. Берите между собой. Блядь. Мастер аур, дайте. Пил. Вайп. Блядь. Кто метку, блять, не вынес квадрата? Ее вынесли, но вынесли ее ровно назад. Нахуя назад выносить метку? Дебаф, блять, почему никто не выносит? Ложите. Блин, в Телмивен что, не могут? Говорили же. 2 дебафа вынести в Телмивен. Освобожденную магию и вот эту вот. Да у меня даже ДБМ анонсит. Ком взрывоопасный пламень, на ком дикое пламя. Да, не надо знаю. Просто, чтобы все поставили себе ДБМ. В чем проблема?
Не знаю, мне нихуя не анонсит, но я вижу. У тебя ДБМ... Ну, по центру экрана должен анонсить, если на кого у вас ДБМ с ранового, сейчас откройте, посмотрите Лич Кинг, ЦТД Ледяной Короны, Ледяной Трон, Леди Джайна Промдур, включить ДБМ. Кнопочка. Я скачивал недавно с Дискорда, там все галочки стоят, там. Да кроме... Зачем, блять, вам ДБМ, я не понимаю, тут, блять, дебил же даже увидит этот дебаф. Лужа не, никак не отображается, она только в дебафах висит. В дебафы посмотри все. Да даже не в этом суть, типа, пламя выносит за нет, просто... Я выношу, как бы... Сейчас скажу, кто вынес. Все типа, прошу. Вам же нет поставили, куда выносить пламя. У нас везде ни разу никто лужу не разлил. Прозначи мне последние метки. Я два раза на этом поймал. Последние метки. Взрывопластный пламя. Никитос, я, Жужин, Ганвеста, Япончик, Вервол. Япончик с Жужином нормально мы вынесли метку. Так, Ганвеста, в какой метке стоишь? Я стою в этом, в квадратике, но я выносил ее, потому что чуть ли не у челика сейчас упал. Смотри, подожди, я стрим уже мотаю. Ты не я рядом с Япончиком выносил, кстати. Почему ты меня не называешь? Сова вынесла за метку. Посохом с таким. Ганвест. Ну, а ты говорю, типа, Жужин нормально выносил. Я вот слева вот метка была, я под нее и вынес. Не нужны вам это просто наискось. И все, блядь. Мне нравится, я как Мака с Чилоном собирают РСХМ в ЛФГ. Че, в натуре? Не фабрикол. И как они себя чувствуют вообще? Блин, по чем-то... Явно кто убил дича ХМ-то, явно может его резки зашарить, почему нет? Ты понимаешь, доступ есть у единиц. Ладно, ладно, доступ, ты подумай, что такое РСХМ вообще. Угорели. Если сливается трэш, тем легче мурили на первой фазе. Смотрите за стаками. Каждый мелкий на вас вешает один стак дебаф. Более 15 не набирайте, не ваш шопом. С 11 нормально долбят. С 11. Ну если что, можешь боб скинуть. Или, блядь, напишите, дайте боб. Вам боб дадут и стаки скинуть. РСХМ. Погоди. Мамус, блядь. 5 паладинов. 4. Торм 10.
Сбежали. Квадратики один вижу. Забери. РДД вправо. Штурм 15. 10 разбежались. Сбежались. ДД влево. Пробежали на противоположную сторону. Шторм 15. Шторм 10, разбежались. Отойди от меня, пал, б***ь. Сам себя прохею. Сбежались. Раньше залейте, а то шо? РДД вправо. А нет, то. Все, 5. РДД в дальнего. Секунд шторм. 10 разбежались. На второй фазе забейте на домах. Подбойся. Просто, блять, выносите метки и живите. Все, что от вас тут. И метеоры закрывать. Научитесь. Убегайте. Потом домах побор. Прощать. Все у меня по трэшу вешу. Два стака. Кто подводи. Шторма не будет. Что это? Добивайте трэши. Убивайте большого из-за портала. Вот по меткам мелкий трэш, который на вас добивает. Войско нажмите.
Пока рано. Нажали кнопку. Лучи первые. Лучи. Метки. Инвест. Не назад, а влево, блядь. Куда ты понес? Череп, блядь, не видит. Метеор. Выйдите с вами. Прохил, адмирал, прохил. Да, блядь. Лучи. Метки. Адмирал, Мозер, Рога, Лог. Инвеста, вот видишь, куда вынес? Закройте метеор. Пробегите. Сел. Ползут, ползут. Квадрат. Подохните. Сел. Вот, и задел твой, блядь, Инвеста. Синий, блядь. Кто сейчас за звездой вынес коряво метку? Это я, ДК. Сражались. Мастера вот. Прохил. Лучи. Так, а тут подним. Метки вынесли. Эрнест. Тошнотворный. Гримперс. Метеоры закрыли. Блять, вы чё, сука? Кто тут стоит, блять? Тошнотворный, блять. Женул Гримперсик, блять. Вы не можете, сука, метеор закрыть с правой стороны? Я метку выносил. Да похуй, блядь. Ты выносишь, блять. Там еще есть пару секунд времени, чтобы добежать, закрыть метеор, блять. Так я влево вынес. Да задницы вообще, блять. Вы должны успевать. Кошку, блять, спринты, погнали. Все закрывают, блять, метеоры. Не стоите, блять, на месте. Какого хуя вы, блядь, стоите, кастуете, если, блядь, лежат метеоры, блядь? Вопрос. Все, блядь, бегают, закрывают метеоры, блядь. Дамага по боссу, вообще никто босса, сука, не бьет. Сейчас будет пул, босса никто не бьет. Все бегают, выносят метки, закрывают метеоры. Лёх, перерыв будет хотя бы парочку минут? Дело даже не в этом. Дело в том, что... Очень много заклинаний, то есть, допустим, вынести надо метку, потом дополнительно на ком-то висит как дикое пламя, и еще надо закрыть метеор, и люди путаются. Ну вот две метки выносишь и закрываешь. Какой на нем дебаф еще, по-моему, люди путаются, еще не понимают, что им нужно сделать, а нужно типа четкое понимание, что на ком есть дебаф, там надо вынести пламя, им надо туда-то это делать. На ком... На ком там еще какая-то хуйня, там дикое пламя, надо просто отбежать. А другим людям видят, что мало людей, допустим, в теории, им надо подойти, и все. Вот именно, во-первых, они некоторые не знают, на них метка, блядь, и они остаются, вот именно, они остаются. Они путаются в метку? Да какая нахрен разница, просто убегаешь, метка. Если на тебе кольцо, ты просто в сторону вышел. Зачем ты дебаф выносишь вот сюда, блядь? У тебя есть череп, у тебя есть тлун, блядь, трусы, куда надо выносить дебаф? Какого хуя он выносится сюда, блядь? А ты пишешь, да, адмирал? Да, все пишется. Все в огонь. А вы в курсе, что если падает метеорит, и на вас похуй какая метка, если вы видите, что какая метка, не разбираясь в ней, вы можете... В метеорите на край встать, и вы будете... Нет, в метеорите... это... Чё, с лужей нет? Нельзя в метеорит вставать, ни в коем случае ты должен... Да у тебя не будет лужи, когда ты будешь в метеорите. Точнее, он не попадает под каст, сам босс.
проходит лужи, только тогда появляется метеорит. Ну так ты учитываешь, что потом то, что ты разлил, блядь, коряво, оно потом пойдет нахуй через весь рейд босса. Если на вас метка яркое пламя, которое вот увеличивает урон двойной, если вы вот лужу задели, вот как Ганвеста вынес не туда лужу, и она прошла по нам, блядь, а повесила нам дебаф, увеличивающий на 100%. Лучше я вижу на ком, я кину щит, вы встаньте, блядь, под этот метеор, вы получите, да, двойной урон, хуй с ним, но, сука, во-первых, вас спасет твой щит, а во-вторых, вы не вайпнете рейд. Я вижу на каждом, на ком дебаф, какой дебаф. На стриме также это все видно, то, куда выносит. Дай проверку. Скачайте вы себе либо хилбот, либо вуду. Я вам скажу, как туда вставить этот дебаф. Вы тоже будете видеть на ком какие дебафы. В грид можно вставить. Уже Женуэн, старик, Мозер, Эрнест. Через вуду я вижу на всех дебафы, на ком висит, какие метки, на ком что. Теннис, мне в рейде быть? На второй фазе, босса ничего не бьет. Там в грид есть прописывать. Какая где-то в опциях прописать дебаф можно. В второй фазе все бегают, выносят метки и закрывают метеоры. Бьются и выйдет лучше. Все. Фаз больше не фрейм. Да, мне вообще кажется, что уже прошло время, блядь, учиться второй фазе. Мы уже, блядь, должны были все врубиться. Криста баф. Эрнест. У нас глазки в рейде. Че ему? В мешке пускай трэш дамажит. Все бегают на второй фазе, закрывают метки. Эти метеоры, блять, выносят метки. И на лучах стоят метка. Играете просто, блядь, на тактику. Когда пройдет 4 коллапса, и все выживут, тогда будем играть на ДПС. Может, и научитесь, где и как надо будет давать ДПС. Смысл в том, чтобы выжили все, блядь. А не в том, чтобы, блядь, вы стояли, дамажили, и половина рида упала. Будем до берсей две отметки выносить. Какая разница, тут, блядь, берса 30 минут, да. Ну вот, 30 минут учения. При всех, блядь, этих, при всех обстоятельствах, самым хуёвых, блядь, до берсы не доводится. Кого не стоит отслеживание дебафов, блядь, ставьте отслеживание дебафов, иначе вы, блядь, будете тут всем пороть, блядь, пулы. Основной дебаф, который надо вынести по второй фазе, блядь, вы должны выносить. Иначе будем вайпаться. Из-за того, что кто-то не выносит. Или как Ганвеста выносит, блядь, да не туда. Стоят по краям метки, блядь, куда надо выносить эти дебафы. А понял, чем дальше, выносить. Чем дальше, тем лучше. Плюс, после того, как вы вынесли, вы бежите... Шторм 5 секунд. Бежать. После того, как вынесли метки, вы бежите закрывать метеоры. Даже на том, ком не было меток, блядь, вы тоже бежите закрывать метеоры. Похуй, кто вы, танк, хил, блядь, ДД или РДД. Все бегут закрывать метеоры. Сбежали. Приоритет метеоров, ближайший до вашей метки. Саунд низ. РДД вправо.
Мелкий сам книжка. Густо. Что он 15 секунд? 10 разбежались. 5. Сбегаемся. Большого осторожно. Грозу соло уберите. Да ты чего, ОЕ? Да все нормально, иди уже. РДД в дальнем. Побежали на ту сторону. Что он в 15? 10 разбежались. Выводи дальше, не волнуйся. Ты не продамажишь. Разбежались. Топните по большому. Да нормально. Два стака. Что веди? РДД больших активнее сливайте. Которого вот череп ставлю, следует. На, типа. Разбежали здесь. Сторм. Сидываемся. Сбежались. Сбежались, по быстрому стаке набрали. Плотни чуть-чуть, АУЕ. 4. Все нормально, веди. Все добиваем. Большого добили. Все по меткам все встали. Че, никто не бьет, да? Кто не бьет? Миликам бегать? Тренироваться просто бегать. Все бегают, открывают и носят метки, метеоры. Это потому что босс, а босс бегать. Стараемся дожить, блядь, три этих. Прожалку. Тьме поднимешь. Лучи. Стараемся жить 4 коллапса. Метки вынесли. Инвеста, адмирал. Вова, краски. Метеоры, закрываем метеоры. Кто сейчас так вынес красиво? Жена. Звезда, очень красиво.
ключи. Чего эти метки встал на себя? Вы сейчас под звездой стоите, он только начнет ползти, он вас сразу же накроет. Боссы идут. Просил рейд. Друида раздайте БР. Прожались. Массейвы дайте. Дебафов не было ни на ком. Бафы дайте. Лучи сейчас будут. Лучи. Метки. Смотрите свои эти бафы. Метки вынесли. Подальше. Метеора. Закрываем метеоры. Все отлично. Дальше стали на свои метки. Сейчас лучи будут. Метки. Вынесли метки. Метеоры. Закрыли метеоры. Левые. Прохил рогу. Далеко. Не достаем. Боссы идут. Руиды, раздайте БР, у кого есть. Катан подайте БР. Руиды под руидом. Коллапс, прожались. Прохил. Лучи. Смотрим метки сейчас буду. Выносим метки. Вынесли метки, закрыли метеора. Мелизоне. Все отлично. Стали обратно в метки свои. Забирай ДК танка. А, я сдох. Поднимите танка хоть одного. Панзера, блядь, на лучах не можешь ставить. Метки вынес. Затаунтите босса кто-нибудь. Паладина на себя таунт, босс. Трахил. Лучи. Паладина таунт босса на себя. Наверное. Метки вынесли. Боссы идут. Локи не знас. У Эрнеста слишком дохуя дебафов вот этого от метеора. Забрал босса. Сейчас его побьет немножко и успокоится. Коллапс, прожались. Прохил рейда. Теоры закрыли сразу же. Все, прохиливаем. И пончик там, и этот, у них все плохо. Я сам себе. Лучи. Перетаунтите босса на себя кто-нибудь, метки. Враска, таун босса на себя. Метеоры закрываем. Я сейчас один с дебафом подошел к врагу. Таун босса будет? Я умер. Я вижу. Два танка. С полезных метки. А что-то вообще мало людей закрывает метеора. Да подлежит половина. Открываем метеора. Я не могу понять, почему некоторые вот эту заразную лужу несут туда, куда люди пытаются вынести лужу. Боссы идут.
Сражались. Лучи. Озер, блядь, лучи. Метки вынес. Метеоры закрыли. И вовремя ты протонулся. Лучи. Кто-нибудь танкните на себя, босс. Нет. Да тут уже никому. Друиды, медведи, там. Колипалы, да? Лучи. Боссы идут. Прижались. Метки. Теора. Мозер, шептучку. Рад, видите, мы, блядь, каким количеством людей метеоры закрываем. Блядь, это не можете сделать, блядь, всем рейдом. Метки выносим. Потому что они на нас постоянно теперь. Да. Только на нас. Не, Лёха, я тебя уже не вытаскиваю. Да нет, дохуя стаков. Одного танка всю фазу. До конца. Еще прикол в том, что типа люди видят то, что пошло, не знаю, два человека закрывать теоры и думают, что им уже идти не надо, они могут продолжать кастовать дальше свои. Но они не понимают, типа, то, что по нам-то прилетит неплохо, и это придется хилам проседать по мане, чтобы нас поймать. Так, так ты понимаешь, сейчас никто не бил. Да какой не бил? Я смотрю, вон Женуэн стоит у нас везде, хуярит. Я дебафом бегу закрывать с враской, меня просто шотает от метеора. Он стоит, хуярит. На похуй свой звездный огонь. Сейчас бьет только два человека. Мозер, который знает, как играть, и Женуэн. Все. Да. Причем там еще был и старый, и еще это разные. Чего типа, старый? Не вопрос. Типа, не вопрос, но надо же всем закрывать. Погоди, у тебя что-то такое плохое изо рта льется. Чего ты старый там сказал? Да он перепутал. Я говорю то, что всем надо закрывать. Метеор, и я про тебя не чувствую. Давай рот закроем, слышь, лучше заебал в натуре. Давайте перерывчик нажать. Что ты нагоняешь? Так, 3 минуты перекура, идите курить. Сейчас все то же самое. Босса никто не бьет, те бегают. И выйдет метки, закрывают метеоры. Пока я не увижу, что в 3-4 коллапсах выживет 98% рейда, типа нету. Когда все дебафы будут выноситься и метеоры закрываться, только тогда имеет смысл. Пока что бегаете, закрываются метеоры и тому подобное. Так полезнее будет, от вас больше пользы будет в рейде. Потому что тут в 10 человек вроде все закрывается, бегает. Метеоры, блядь, все прохиливается. А тут, блядь, в 23 человека не можете этого сделать.
Че, еще отравить или что? Да, пока что перекор. А сколько ты времени дал? 3 минуты. В 36 минут. Дам проверку. Десять человек спокойно бегают, закрывают метеоры, блядь, и все успевают, и метки успевают. Танки от чего подохли? Семи от чего сдохло? Старый, прочитай личку. Первая фаза проходит так, как и должна быть. По первой фазе вопросов нет. Остается вторая фаза и остается третья. Третья. Сложный только купол. Все остальное легкое. Вторая фаза. Главное дебафы выносить и закрывать метеоры. Все, что требуется. Лёх, ты готов ощутить те впечатление, как на первом куполе. Ну что, купол бежишь по кругу, да, и все, что. Всего. Добьешься, успеваешь. По-моему, самая легкая фаза. Понимаешь? Там будет ой, а я посмотрел на катализатор. Ой, и подо мной шип вырос. Ой, а я не увидел, блядь, шип, который за мной бежит. Вон в эту, как его, в яму Гера отправить, в этот, в переход бежать. Отличный план. Хороший тренажер. Пока народ не научится одному, что тут надо просто жить, блядь, ДПС не так важен. Нихуя не получится. Просто надо всю фазу, блядь, жить. Типа, не дохнуть. А дохнуть вы можете банально от того, что вы где-то что-то не доигрываете. Ну или кто-то другой не доигрывает. Типа метеор в соло. На второй фазе невозможно сдохнуть от слова совсем. Если все полностью делают, блядь, на какие-то не носит. Кто-то не добежал закрыть метеора, там, блядь, минус человек, там, допустим. Кто-то, блядь, метку не вынес, это тоже минус человек. То есть от каждого человека в рейде все зависит. Пока все не начнут бегать, закрывать метеора и выносить дебафы, как оно должно быть, нихуя не получится. И люди, которые вешают, на которых вешается дебаф, который перекидывается, не несите к метке его. У вас есть, блядь, между боссом, между меткой расстояние. У вас есть, блядь, за... Я понимаю, я просто тебе говорю, я бежал на последнем трае с меткой в метку, ну, с лужей. Туда бежал еще один человек, и еще кто-то, блядь, с ауешной вот этой да, фигней. Туда... Это дико пламя может кинуться и на того человека, на котором дебаф, который надо выносить. Да, но одновременно вешается и никуда от этого не... Кстати, ты, наверное, меня встретил, но мне как раз эти два дебафа были... На луну не бегаешь или бегаешь? А, не, на крестик бегал. Там тоже какой-то тип просто одновременно со мной выносил, но мы нормально разминулись, хуй знает. Просто не надо закрывать метеор,
когда на вас дикое пламя висит. Потом уже можете там, когда придрочитесь, что дикое пламя стоит с краешку, а остальные там с другой по контуру. В смысле, не надо закрывать метеор. Ты видел, тут бы, блядь, порой нахуй вообще никто его не закрывает. У человека есть дикое пламя, не надо бежать в метеор закрывать. Почему и это понял. Другие люди в крашу? Я заразить друг друга. Я говорю о том, что нахуй порой в этого метеорите вообще ни одного человека нету. Как ты, как это значит туда не бежать нахуй? Нет, ты видишь, что надо подвинуться и все в край всем встать. Метеор, радиус метеора. Краю встать с диким пламенем и вообще до зад. Да, там радиус большой, там даже если в центр с диким пламенем встанешь, по краям могут люди. Они могут. Но не когда ты в центре стоишь, если ты с краешку стоишь. Но если у вас там получается так, то... Главное, чтобы если ты с ней подбегаешь, чтобы люди среагировали, на край отошли. На груле попроще, там можно в одного закрыть. Вы как ходите, у вас танки закрывают метки или кто? Танк может один закрыть метку. Нет, или вообще, или блядь, пофиг. Какие танки, нахуй, любые два человека спокойно закрывают. Кто есть рядом, чем тот и закрывает. Конечно. Не, просто я тоже, потому что я в старой гильдии ходил, тоже говорю, что типа можно кто-то любой закрывает метку. Они типа танков делали. Для кого? Для, блядь, джайны? Для рук на груле. Блять, мы тебе про Фому баного груля сюда еще приплел, а. Там, короче, что, давайте отправить, саппорты кончаются. Вот эта метка, которую я ставлю, даем. Не хватит, все равно не трай, на трай. 20 минут, мне до конца РТ. Я это хочу спросить, вот, который дикое пламя, хотя, допустим, нету пламени, я спамил, например, подойду. У него этот дебаф повешается и будет с нуля тикать или как? Да, да, с нуля. Каждый раз с нуля. 5 секунд. То есть вы можете бесконечно друг друга заражать, пока не сдохнете? Да, это очень весело, наверное. Ну, с этим дебафом закрыть метеор, ну... Можно, если ты прям на краешек метеора подходишь, а когда другой чел внутрь заходит, тогда ты его не заразишь. Если ты старый, или лидера перекинь. Просто, допустим, если вы вдвоем с человеком из одной точки бежите закрывать метеор, на тебя кинулось, не надо продолжать дальше его бежать закрывать. Нет, просто как смотри, у нас как делают дикое пламя, вот это, которое заразное, его выносят ближе к боссу. А вот это, которое лужа разливается, его выносят ближе к краю. А то у нас все в одну сторону бегут, и, блядь, друг друга заражают и дохнут. Локи здесь. Еще раз дают. Все, все здесь, допускаю. Тут ваш ДПС вообще не важен. Главное тактика. Джайна сейчас... Тупо. Сейчас бьем босса или... Да, побейте босса, но все сбегают, закрывают метеоры это, и... выносят. Можете бить. Дамажить же тоже надо чуть учиться. Мы уже должны, блин, научиться, ребят, ну, блядь. Да РТД там нехер делать. Тут вообще нехер делать, я не понимаю, как можно не научиться? Мы здесь сидим два ебаных часа, ну что непонятного? Да, ну тут-то с монтаж так сидели, дрочили эту джайну. Ну, блядь, это настолько просто, что я не знаю, ну, блядь, стыдно. Почему мне стыдно вот за вот это все нахуй? Вроде я-то делаю все нормально, но, блядь, стыдно мне почему-то. А сколько тут людей, мне... которые убивали, есть вообще? Ну, достаточно.
Мирал опять идет в стрим? Шесть человек с ним. Все нравится наблюдать за страданиями других людей. Вот я тоже зашел на страдания посмотреть. На мои страдания посмотри. Где нахуй страдания? Тренировка. Адмирал, а чего у тебя звук там слышен? Шторм 15 секунд. Шторм 10 секунд, разбежались. Лов забирать из луски, ребята. Килов с танков. РДД переключайтесь, могу. Вам еще проще. Вам кто-то это что-то рассказывает. Мы когда правим, то ничего нет. Сами все делали. Где думать лучше? Шторм 15 секунд. 10 разбежались. Сбежались. Трэш по активе не сливается, будет лет. Все, веди на кайф. ДД, сейчас подведет, переходит. Перебежали в противоположную сторону. На секунду шторм. Разбежались 10. Сбежались. ЭДД по дальнему. Шторм 15.
10 разбежались. Жена, ты куда бежишь? Сбежались. Вот не тебя уе. Поведи. Что по меткам там зашлись? Кнопку нажали. Ну как так? Да не появилось. Я резну. Лучи. Сюара закрыли. Там. Босс. Лучи. Метки. Теора. Хил. Боссы идут. Где тучка, блядь? Она была уже на КД. Хил. Щит на себя накид. Дайте по нему БР. Теорию закрываю. Лучи. Метки вынесли. Всего раза. Хил. Боссы идут. Если есть БР, дайте по провокатору пароль. Хил. Баф. Бафа дать. Прожались. Лучи. Метки. Минус. И чего разокрыли? В мили-зоне. Обратно стали, лучи сейчас будут. Метки. Вынесли. Теора закрыли. Сел. Лучи. Метки.
боссы идут. Хил. Сырару, если есть, блядь. Сражались. Теоры закрыли. Хил. Лучи. Метки. Вынесли метки. Теора. Закрыли мелизоне. Попросил. Лучи. Тебе ты танчишь вообще? Метки. Теоры закройте. Быстрее. Прохил. Боссы идут. Глаз прожались. Хил. Лучи. Метки. Метеоры. Закрыли метеоры. Хил. Лучи. Метки. Я не теоры. Ставьте. Теоры. Прохил. Поднимите рейд, прохите. Процент фаза. Лучи. Это что за хуйня? Третья фаза. Будет. Будет и будет бежать. Вы бы сейчас надо будет выйти в край. Может, он сейчас забагается. Короче, в печеньке стойте чуть-чуть правее. Старик, звездочку на тебя ставлю. Стойте, звездочку. Все стоят звездочки. БР, если есть, дайте. Ну, не докатал. Бейте босса РДД. Копья перекрыли. Луч. Стойте на месте, звездочки все стоим. Если надо будет подвинуться, скажу, натиск, все стоим звезды. Никто не ловит эти сверки. Три БР без КД. Луч. Хуёво может быть. Меня хилим. Метки. Край вынести все. На ренже друг от друга. Этот. Им на хп Мозер и полностью ешкой сливаем по-бырому. Бурю вынесли. Им на хп. Хиливайте. Буря еще. Вынесите бурю с рейда, люди. Луч. Хуёвый луч будет.
Отбежали все со звездочки правее. Как всех сбрило. Вместе со звездочкой. Звездочка самая крайняя побежала. Начис. А чё, луч сбился, да, получается? А чё вы не смотрели? Купол. Ничего себе. А вот и купол. Чё, пианист, слушай, вот надо... И чё в нём так, делать? Стоп, давай объясните, чё происходит. И надо вот так бить по ходовой. Подожди, стоп, давай не ты будешь объяснять. Можно адекватного человека? Адекватное объяснение. Нет, знаете, у нас тут адекватных это? Людей. Давайте я попробую объяснить. Стоп, да подожди, дайте, можно я сделаю предположение? От вот этой штуки, которая из-под земли вырастает, надо убегать, да? А вот эти штуки надо бить, которые катализаторы темного льда, да? И все. Да. Блядь, изи. А тут это катализаторы кастуют волну ужаса, это эфир, и в момент каста, если ты рядом с ними стоишь, нужно отворачиваться. А тут это что-то непонятное, хуйня какая-то. Да-да, он фернул, походу, меня, я поэтому стоп. Когда, Никитос, ты когда бежишь, и во время каста у тебя персонаж должен смотреть на нее, на босса. Тогда не попадешь под фир. А, то есть я могу, блядь, бить тут. Ну, а как я бить? А как я буду? Возьми сейчас... Потом дальше бьешь. Возьми сейчас катализатор в таргет. Видишь, он кастует? Да, вот у него каст проходит. В момент, когда он заканчивает кастовать, ты должен отвернуться от него, все. Тогда ты фир не Адмирал, сука, упади уже, неинтересно. Блять, какой катализатор? Ну чё, люди смотрят как... Не, побегайте. А, все. Вижу, волна ужаса проходит. Да. Как на него просто отворачиваешься, он кастовал... Когда, подожди. Когда вот он кастует, да, я должен смотреть на Джайна. Да. На Джайна, да. На нее смотри, и не будет. То есть отвернулся, на нее смотришь, и у тебя не будет. Хуйня делов, нахуй, вообще. То же самое поебень. Видишь дебафы, выносишь дебафы, нахуй. Видишь глыбы, разбиваешь глыбы, нахуй, блядь. Больше на третьей фазе ничего нет. Вообще. Так убиваете, переводите. Единственное, что я не понял, как долго вот бегать вот этой хуйни надо? Пока вот не стало, не разобьешь. Все. Все надо разбить, да? Да. У них там не как 595 тысяч. Ну, блядь, короче, нахуй, завтра мы ее убьем, нахуй. Да, только она легче, чем лич. Но она не сложная, да, она легкая. Лич, он, блядь, потруднее. Просто в соло пустить, там бегать. Да, нахуй. Я их не хуй петь вообще. Пианист, давай соло разбивай, катализатор. Можно только... Тут еще одна фишка есть. Смотрите, видите, на земле белая точка появляется. То есть надо бегать в одной куче. Когда кто-то вперед выбегает, на него кидается эта точка белая, и она вас... Вот это осложняет, когда надо с кем-то синхронизироваться, мы не умеем. Там звездочка висела же на старом, просто... Братан, мы не можем вдвоем в один метеорит встать, а ты какие-то там кучами двигаться. Че, рот, да, или че? Забудь про эту хуйню. Да, там получается, если вперед ты забежишь, то пизда будет сзади. Ну, пизда будет отстающим. По-любому они наступают. Ну, я и говорю, сзади там, стоящий. Типа как в комнату к ключу, короче, попали, бегаем за звездочкой. Да. В комнате, если чуть отстали, это не фатально. Да не суть, я тебе метафору, блядь, привел. Тут тоже потом бегаем за меткой, нахуй. Типа, ты даже если отстал, ты можешь эту метку просто пропустить вперед себя. Она там налево-направо отходишь. Хватит. ЕП замучения будут, нет? Вторую фазу. Чего ты спросил? Замучения, говорю, ЕП будут. А что, много людей сдохло на третью фазу, как перешли мы? Много. Тут БГП не дали. Че опять было пробов? Хотя я бы уже давать бы начинал на вторую под конец. До купола снесли 10%. Так можно снести процентов 20%. Да еще с Герой. Там, блядь, убьем ее скоро, нахуй. Если персон 30 минут. Единственное, что меня печалит, что может получиться так, что на следующей неделе мы снова на Личе встанем, и мы на нее не сходим. Ты просто говори. Вот если бы тут не было людей,
если бы людей не было бы вообще, которые убивали половину лесока тут. Мы нет, продление не надо, да нихуя там половина? Сколько шмота, типа, ты чё. Я провокатор.